Давайте, скорее, сюда! Отпусти! Максу, угомони робота! Прошу, не делай глупостей! Доверься мне, дорогой! Ну что, так нельзя? Нельзя разлучать меня с моим другом Максом! Если ты любишь своего друга, научись его слушать, Робостов! Да, мы так и делаем! Вы действительно думаете, что сможете меня остановить? И что я не покажу миру, что человечного во мне больше, чем вас вместе взятых? Ну, да! Это же наша работа. А ты правда веришь, будто Макс рад, что его лучший друг стал суперзлодеем? Пора остановиться, Марков. Я делаю это ради нашей дружбы, Макс. Они хотят нас разделить. Надо быть осторожнее. Его компьютерный мозг работает быстрее наших. Говори за себя. Суперкот, там! Не подходите! Назад! Да у него целая армия оживших машин. Спасибо. Суперкот! Разберись с автоматами. Спрячьтесь на крыше. Удачи, Леди Баг! Спасибо, Леди Баг. Всегда пожалуйста, месье Рамье. Миледи, посмотрите-ка сюда. Надя Мак в прямом эфире. Предметы стали оживать и пытаться захватить Париж. Сейчас в прямом эфире из администрации города новый мэр сделает заявление. Это что, азбука Морзе? Тебе перевести? Я владею парочкой языков. Предметы с людьми будут обращаться как люди с предметами. Похоже, единственная надежда Парижа — это Леди Баг и Супер... Ой, да ладно. Могла бы хотя бы договорить мое имя. Мы не сможем победить их всех. Надо искать проблему в источнике. По идее, поиск не составит труда. Смотри! Думаю, мы на верном пути. Нам в аэропорт. Так, что происходит? Слева Академия изящных искусств, а справа музей Лувр. Эти маленькие монстры атакуют все больше и больше людей в Париже. Похоже, пора вмешаться, Плаг. Плаг? Эти обжоры безумно опасны. Чего ты ждешь? Плаг, когти! Баловаться со светофорами. Ты как раз вовремя, котик. Как ты поняла, что надо ломать их шляпы? Я научным тыком. Ну, Акума же не вылетит. Нет, потому что этот монстр – клон. Сапотисы размножаются с помощью еды. Чтобы извлечь Акуму, нужно уничтожить самых первых. Именно тех, кого заколдовал бражник. То есть нам придется поймать их всех? Не ной, тебе же нравится испытание. Ха-ха-ха!
Чрезмерное потребление мороженого приводит к катастрофам. Достаньте талисманы. Мы не сможем уничтожить все их шляпы. Их тут слишком много. Супер шанс! Чайник? Да более знакомый. Странно, не могу ничего найти. Поспеши, мой кунг-фу слабоват. Ну, конечно, я знаю, кто нам поможет. Мне пора. Сейчас? А попозже, нет? Нет времени, ты должен довериться мне. Вперед, миледи! Открыто. Здравствуйте, мастер Фу. Приветствую, Маринет. Маринет, вообще-то тебе не следует приходить к мастеру Фу. Пусть говорит Вейс. Мастер, я использовала супершанс, но мне показалось, что это знак, намекающий мне поискать решение у вас. Понятно. Я рассказывал тебе о талисманах и скрытых в них силах. Ты знаешь, что твой действует таинственным способом? Похоже, он указывает, что на этот раз тебе нужна помощь. Это небезопасно. Я и так взял на себя огромный риск, отпустив в мир сразу два талисмана. Но вы поступили правильно. Мы с суперкотом предельно осторожны. Маринет, выбери союзника, с которым ты плечом к плечу вступишь в этот бой. Ух ты! Выбирай мудро. Эти силы должны служить во благо миру. Они не должны попасть в плохие руки. Вы про Бражника? Да. Когда миссия закончится, ты должна будешь вернуть талисманы мне. Пока мы не раскрыли все тайны книги заклинаний, слишком опасно допускать, чтобы талисманы оказывались у постороннего надолго. Ты знаешь того, кому можно доверять, Маринет? Да, мастер Фу, я знаю такого человека. Парижане, послушайте меня очень внимательно. Одним движением я могу отпустить канат, который держит этот автобус, и все животные внутри обрушатся на этого беззащитного котенка. Тики, похоже, у нас... Серьезная проблема. А если кто-то решится прийти и спасти этих животных, берегитесь, я это предусмотрел. Жидкий азот автоматически прольется на Эйфелеву башню, заморозив ее до минус 700 градусов и сделав ее хрупкой, как стекло. Она упадет, и автобус расплющит нашего маленького друга. Леди Баг, Суперкот, вы можете спасти этих зверьков, только если добровольно отдадите мне свои талисманы. Я даю вам 10 минут. Следуйте за совом Филина. Мы не можем этого допустить. Тики, давай! Ха! Альберт, Фил, сигнал. К вашим услугам, месье. Идеально. Ух ты, директор не на шутку на нас обиделся. Да, судя по тому, как взъерошены его перья. Надо забрать у него детонатор и остановить отсчет. Если хочешь, я займу его милой беседой. Да уж, это ты умеешь. Оставайся на связи. Угу. Месье Дамокл! Я не месье Дамокл! Меня зовут Филин! Это я и хотел обсудить. Может, нам с вами объединить усилия? Ведь теперь у вас есть настоящие суперсилы. Ну, а где Леди Баг? Крюк Филина, бумеранг, пояс. Акума наверняка в каком-то из его орудий. Да, но в каком? Леди Баг скоро прибудет. Тогда ты первый положишь свой талисман в коробку, расположенную в центре стадиона, или... Бум! Я все понял, ладно.
Постарайся схватить детонатор. Хорошо. Лови его, суперкот! Время-то как летит. У вас есть последний шанс спасти беззащитного котенка. Он что-то имеет против кошек? Герои не обижают невинных, филин. Отдайте мне талисманы, иначе вина пойдет на вас. Коготь филина! Катаклизм! Ну что, вам конец, герои! Супершанс! Перьевая ручка. И что с ней делать? Попросить у него автограф? Я выключу детонатор, миледи. Что? Ух, Миранг! Альберт, активируй люк! Я защитник Парижа! Слышите? Я Филин! Сирена, зови меня Бражник. Я помогу тебе превратить Париж в подводное королевство для вас с твоим принцем. А ты дашь мне талисманы Леди Баг и Суперкота. Пусть весь мир утонет в моей печали. Ты опоздал на 3 минуты 37 секунд. Все уже пришли. А Хлоя здесь? Чтобы Хлоя стала смотреть Мега-Макак против Киберакул 3, у тебя опять слишком узкая шапочка, Ким. Дайте угадаю, Маринет еще не пришла? Именно. Мы займем вам места. Маринет, Маринет, Маринет. Прекрасно. А теперь скажи, что тебя беспокоит, Маринет. А как мы... Секунду, а вам с нами нельзя? О, мастер, пожалуйста. К вами нельзя знать, как можно изменять их способности. Никогда. Изменять их способности? Злодеи ищут вас и могут выведать ваши секреты. Вспомните, что случилось с Нуру. Ну, что тебя гложет, Маринет? Мастер Фу, Суперкот все чаще задает вопросы. Говорит, что устал быть в неведении. Скажи, ты опускаешь макароны в воду до того, как она закипит? Нет. Именно. Поэтому и говорят, что всему свое время. А что вы сейчас готовите? Если накормить квами особой смесью, у них появятся другие способности. Состав каждой смеси в книге заклинаний. Я расшифровал почти все ингредиенты. Например, чтобы обрести силу воды, нужна ветка из сада драконов. Это водоросль. И тайна из раковины – жемчужина. Но последний меня озадачил. Слеза счастья. Я не могу понять, что это, а она нужна для большинства смесей. О, может, это мед танцующего муравья? Надеюсь, у меня наконец-то получилось. Суперкот, ты мне доверяешь? Конечно, Леди Баг. А ты мне доверяешь? Ты что, смеешься? Я никогда тебе не доверюсь. Ты должен знать, что от меня скрывает Леди Баг. Я обычный квами, Эдриан. А у квами есть право хранить молчание. Жалко, а я как раз хотел заказать тебе вкусный сыр. Ты никогда не пробовал трап де шурньяк? Здесь сказано, у него ореховый вкус. Меня не подкупишь, уж прости. Ну а как насчет фурм де Мобризон? Оказывается, это старейший сыр в мире. Да? Неужели? Да. А знаешь, почему у него оранжевая кожица? Его выдерживают на специальных досках из канадской ели.
есть только одна вещь в мире, которая пахнет так же хорошо, как сыр. Какой ты хочешь? Том де Бош? Или, может, Сэна Йо? Вкус, между прочим, приятный. Да, по-моему, он был именно таким. Я знал. Вейс, давай. Может, еще соли добавить? Опять провал. Да, Аля. Да, что такое? Кино? Конечно, я не забыла. Я почти на месте. Простите, мастер. Удачи вам в поисках. Но, мисс Бестия, так нечестно. Это Хлоя в очередной раз... Хлоя! А проблемы при этом начинаются у меня? Никакие проблемы не начинаются. Не переживай, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты, как староста класса, показала хороший пример. Не поддавайся злости. Лучше попробуй простить Хлою. Ее эмоции слабеют. Держись ближе, Акума! Я не понимаю. Хлоя – самый наглый человек на свете. Маринет, в Париже очень много людей гораздо хуже Хлоя Буржуа. Наверняка такие, как Хлоя, способны создавать великое. Загвоздка в том, что они думают только о себе. Они не понимают значения любви. И мы не заставим их измениться, но мы можем показать им достойный пример. Поэтому такие, как ты, Маринет, очень важны в нашем мире. У них столько нерастраченной любви. Я рассчитываю на тебя. Да, мадам Бюстье. Акума! О, нет! Уйди! Я не дам тебе вселиться в мою ученицу! Ну вот, почти материнский страх за свою маленькую подопечную. Давай, мой Акума, вселяйся в нее! Нет! Нет! Не сдавайтесь! Думайте только о хорошем! Здравствуйте, я Пражник. Я не буду вас слушать! Вы не заставите меня творить зло! Кто сказал, что я попрошу вас об этом? Мир и так переполнен ненавистью. Я же хочу помочь вам объединить всех с помощью любви. Я ведь угадал ваши желания? Мисс Бестия, прошу, дышите глубже, сосредоточьтесь. Зомби-Зу, я даю тебе силу плодить любовь и сострадание. Благодаря тебе весь этот мир станет во много раз добрее. Ну а взамен я прошу талисманы Леди Баг и Суперкота. Я не остановлюсь, пока любовью не проникнется каждый человек. И начну я с Хлои Буржуа. Я не дам Бражнику завладеть лучшей учительницей на свете. Тики, давай! У меня прекрасные новости, ребята. Теперь все будут обниматься, целоваться и любить. Даже ты, Хлоя. Что это такое? Пожалуйста, мадам Бестье, вы должны прийти в себя. Я уже не мадам Бестье. Я зомби-зу. Бежи, быстро, бегом. Идем. Вниз, вниз. Все на улицу. А тут вдруг так неожиданно потеплело. Не знаю, что происходит, я... Да что с тобой такое? Хлоя. Отстань от меня! Берегись! Милена! Целовашки! Как ты? Ой, вон я заразилась. Не могу. Чумок. Это заразно! Не дайте себя поцеловать! Идите, я их задержу! Так, куда вы? Стойте! Хватит! Нет, щеку! Целовашки! Целовашки! Я оставлю ее в ваших руках, мои милые.